Ризеншнауцера. Ремингуется ризеншнауцер по шерсти, кожа натягивается и по росту шерсти в направлении делается тренинг. Существует схема тримминга, она есть указана в стандарте. Вот. Поэтому полностью все пространство по схеме удаляется полностью. Вот такими коротенькими движениями выщипывается шерсть по направлению ее роста. Но обязательно нужно посмотреть, чтобы волосочки, корешочки были отделены, а не подсечены инструментом. Поэтому аккуратно тримингуйте, чтобы не секти, а удалять корни под самый корешок. Инструмент нужно брать за краешек, смотря на поведение собаки, и постепенно можно увеличить. Первый раз тримминг, при тримминге собачка лежит спокойно, никаких неудобств не испытывает, потому что волос отходит хорошо. Вот. И в течение часа-полтора он полностью снимется с тела. После чего можно машиночкой оставшуюся шерсть подстричь, либо оставить так расти до следующего тримминга. Вот корешочки. Ну все, приблизительно так.